Здравствуйте. Меня зовут Игорь Кроли. Мне ничего не получилось. Это не первое мое публичное выступление, далеко не первое, конечно же. Уже 15 лет я занимаюсь академическим вокалом. Сейчас я работаю в мюзиклах в Петербурге и в Москве. Хороший парень. Какой красивый парень, посмотри. Каждый из сотни жюри – это авторитетный музыкант, авторитетный артист. И они будут оценивать меня со всех сторон. Не только вокал, но и внешний вид. И у них взгляд будет доскональный, пристальный. Это крайне-крайне серьезный день в моей жизни. Какая улыбка! Вот артист, настоящий артист из жюри. Наверное, какой-то классический певец. Здравствуйте. Меня зовут Игорь Кроль. Я приехал из города Санкт-Петербурга. Песня, которую я исполню, это всемирно известный хит. Спасибо. Белиссимо! Но не все, вот не все. Игорь Кроль, 86 баллов! Игорь, ну это просто невероятно. Невозможно усидеть, даже я вдали от сотни, я уже был... взялся и все вот так. Лай-лай-лай, Делайла! Это невероятно, спасибо огромное. Анна и Екатерина, вам понравилось? Да, конечно. Молодой человек, красивый, фактурный, хорошая дикция, хороший поставленный голос. Поэтому я от всей души сразу же в начале же песни стала. Екатерина. Ну, а вас что покорило? Боже мой, сколько у вас все денег здесь, мама дорогая. Это так начинался ваш творческий путь? Это первые спонсоры? Это оберег. Боже мой, какие обереги. Может быть, нашему участнику тоже такой оберег понадобится? А может быть. Но он вообще-то на 5 с плюсом все исполнит. Я думаю, что надо все вот... вот с вас это снять, и с вас снять, и Лазареву повесить. На Евровидение чтобы поехал, чтобы ты лезть был. Сразу же видно, что Россия не бедная страна, во-первых. Хочу сказать так, что я понимаю всех тех, кто встал. Я вообще не понимаю, почему у нас есть те, кто сидят. Но вот есть люди, которые здесь сидят. Оксаночка, дорогая, почему ты не встала? Ну, действительно, все прекрасно внешне, но с самого начала все было вот в таком немножко
перенаглели вы чуть-чуть. Это на мой взгляд, извините, пожалуйста. Есть уверенность, а есть самоуверенность. Вот я почувствовала вот это вот лишнее зерно самоуверенности. Скромность – путь в небытие, друзья. Вот! На сцене, на сцене. Скромничать на сцене нельзя, потому что иначе пропадешь. Нужно быть уверенным, даже порой чуть-чуть самоуверенным. Так скажи, что молодец. Что он красивый какой! Ну, это вам судить, уважаемые ну, девушки. Красивый же! Вот. Ну, красивый какой, красивый ты слышишь, пипец. Да, говорят, ты красивый. Я хочу обратиться к Эльману. Эльман, почему тебя не тронул этот исполнитель? Я тебе сейчас передам микрофон, лови. Тихо, Гия, меня снесешь. Не, на самом деле мне понравилось исполнение и понравилась песня, но она мне не близка просто. Да, я еще молоденький, и я такую музыку не слушаю, к сожалению, поэтому я и не поддержал. Но я сказал честно, вот я решил, что в этот раз я приберегу свой голос.